привет, друзья! И сегодня в нашем обзоре вот такой замечательный штатив. Это мини-штатив от компании New Gear или что-то в этом роде. Его размер в сложном состоянии 23 сантиметра, в максимальном состоянии 50 сантиметров. Грузоподъемность аж целых 5 килограмм. Модель данного штатива М225, плюс, видимо, головка, которая установлена, это SK или CK30, вес его 809 грамм. А самое, что может быть интересно, это то, что данную вещь мне доставили, вы не поверите. За 3 дня стучится в дверь человек, я говорю: здравствуйте, он мне сует посылку. Говорит: это вам, до свидания. То есть не расписаться, ничего, то есть вообще... Я, честно говоря, думал, что он мне бомбу какую-то подсунул, потому что я его реально не ждал. А цена данного штатива в интернете в среднем они где-то стоят от 2,5 до 3,5 тысяч. Я его заказал за 1600 рублей. Естественно, ссылку я вам оставлю внизу. Я думал, что это какой-то, честно говоря, ну... нечестный продавец, но после того, как через 3 дня, ну через 3 или через 4 дня мне принесли его домой, я был в шоке за 1600 рублей. Смотрите, здесь идет паспорт, ключик шестигранник и сам штатив. Штатив выглядит реально обалденно, то есть, ну, прям супер аккуратный и упакован аккуратно. Да, вот видите, написано М225. В общем, для чего он нужен? На самом деле очень удобно, если куда-то ездить. Он полностью, грубо говоря, настоящий штатив. Съемная эта штука. Площадочка не выпадает. Все закручивается. Здесь есть пузырик, уровень. Эти ручки сделаны очень классно. Все металлическое, все здорово. Единственный, наверное, минус всего этого штатива — это то, что вот когда вот эту штуку ослабляете, да, крутится как шар, так, соответственно, и сама платформа. Когда вы затягиваете, и платформа перестает крутиться, и шар. Дальше открывается он, естественно, таким образом. Раз, два, три, четыре колена. Пятое. Все прорезинено. Все алюминиевое. Все элементарно. Здесь, соответственно, такие вот штуки, то есть там можно поставить в такую позицию, то есть на 2 и еще больше, то есть его вообще можно разложить вот таким образом. То есть у вас будет такой суперпрочный монопод. А дальше, смотрите, головка откручивается как сверху, то есть да, здесь обычная резьба. Так еще и откручивается вот эта штука. Как я понимаю, это, наверное, я не знаю, таким вот образом делается. Прикручивается с этой стороны. Наверное, чтобы подвешивать камеру кверх ногами. Черт его знает. Возможно, вот такой вариант. То есть, да, она висит снизу. Не знаю, тут уже как бы фантазировать можно сколько хочешь. На самом деле он реально прочный, реально быстро дошел. И это не какая-то реклама. Я, честно говоря, сам был удивлен, потому что я его хочу взять с собой на отдых. Потому что все вот эти штативы, которые шарикообразные, меня, честно говоря, замучили, потому что они расхляпываются, разваливаются. А тут... тут вот, блин, как вам сказать, вот ты держишь его, и это реально вещь. Вот только скрип вот этот, реально. Все ножки прорезинены, здесь какие-то мягенькие штучки. Все это еще, да, вот эта штука, естественно, она тоже регулируется и поднимается. Соответственно, да, еще вот эта штука прибавляет вам немного высоты. То есть, ну, немного, конечно, но все равно. И смотрите, получается у вас 50 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы, там, я не знаю, где-то на море, на пляже его поставить, не знаю, взять куда-то с собой, потому что складывается он очень маленький. Если, мне кажется, его еще перевернуть, ну, голова, наверное, не даст ложиться. А так, в принципе, вы эту штуку опустили, эти штучки сложили.
голову спрятали. Ее можно даже вот так, наверное, спрятать. Вот так вот. Все. Вот, смотрите. Да, видно его на руке. Все, не буду вас особо мучить. Это такой быстрый, можно сказать, ревью. Всем спасибо, всем удачи. Ссылки обязательно оставлю. Плюс вы еще с 1600 рублей можете получить кэшбэк. Все, с вами, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока. Готовьтесь к лету.